первых областных соревнованиях по пешему туризму среди медицинских работников приняли участие все районы. Это более 60 команд. В каждой 3 человека, которые, согласно правилам, должны пройти дистанцию в 7 километров. На протяжении пути несколько контрольных точек. При этом каждая команда должна донести до финиша рюкзак массой не менее 10 килограммов. Организаторами мероприятия стали областное управление здравоохранения и Кустанайский областной центр проблем формирования здорового образа жизни. По прибытию на контрольную точку 7 километров, это поворот в сторону казахстанца, разворачивает палатку, все контрольные точки фотографируются. Значит, особенность, что идут только пешком. В принципе, данная дистанция для человека такого, она доступная. Как отметили в Кустанайском областном центре проблем формирования здорового образа жизни, в преддверии своего профессионального праздника медики ежегодно проводят спортивные мероприятия. Правда, раньше они все были на стадионах и спортплощадках. В этом году от привычного формата решили уйти. Какие сейчас проблемы у современного человека? Гиподинамия, избыточный вес, связанные с этим заболевания, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца. Вот в такой форме мы и пропагандируем, и боремся с этими проблемами. Чистый воздух, здоровый образ жизни – вот то, к чему мы стремимся. Я очень рада, что мы пропагандируем здоровый образ жизни. Если сами медицинские работники будут заниматься физической культурой, спортом, значит, мы показываем пример всему населению, что нужно активно заниматься спортом. Победителями соревнований стала команда Алтынсаринской районной больницы. Вторые – студенты медколледжа. Замкнули тройку лидеров – сотрудники областного центра крови. Хамза Нурпейсов, Ярослава Богатырева, РТН.